Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Циркл Империя. Ну что ж, поехали, новая игра, ребята. И выбираем персонажа, который нам по душе. И это будет у нас, наверное... Что это за крендель такой, а? Старьевщик Свифти. Не хочу, а вот это кто такой? Друид Дарий, самый старый друид и умеющий говорить с деревьями, жабами и древними чудовищами. Вместо рыцарей и драконов нанимает цариц ползунов и огромных ядовитых жаб. Начинает с плюс 300 дерева. Слушайте, давайте попробуем поиграть за него, за друида Дарий. И возьмем мы с вами на этот раз вот это вот. Битва империй. Сражайтесь с империями под управлением компьютера, чтобы захватить весь мир. Но будьте осторожнее, у врагов непонятно чего. Продолжить. Так, новая игра с ботами. Слушайте, а тут можно и не с ботами, чтобы играть. Погодите-ка секунду. Да нет. Тут, наверное, нет у нас, да? Онлайн-режима. Хорошо. Так, карта. Возьмем, наверное, с вами. Вот, 49 кругов. Уровень сложности. Да пускай будет нормальная. Число соперников 2. Нет, лучше 3. Да, 3. Ну что же, поехали. Сражайтесь с империями под управлением компьютера. Ну понятно, короче. Хе-хе, ну что ж, поехали, ребята. Так, давайте поставим с вами склад. Естественно, как же нам без склада. Вот, мои рабочие пошли сразу добывать. Так, смотрим, что у нас может Дарий. Ага, смотрите, королева пустоты. Цена 5000 дерева, 5000 золота. Офигеть. А это кто такой? Огромная ядовитая жаба. Цена 2000 дерева, 5000 пищи. А хо-хо, не хо-хо? Нифига тут наценочки. Так, это что такое? Починить здание, которому нанесен урон. Каменная стена. Ну, это понятно все. Это все понятно. Так, империя врагов, я смотрю, здесь у нас. Угу. Один рыцарь всего лишь кружится. Но зато какой рыцарь, ребят, уже, так скажем, мощненький, мощненький. Так, нам нужно, ребят, с вами где-то добыть золото. Согласитесь, у нас вот в данный момент идет пища. Да, именно пища. Нам нужно дерево. Дерево у нас... Так, тут у нас будет тоже еда. Вот, скорее всего, здесь будет дерево. Для этого мы с вами будем заказывать, наверное, лучников. Так, лучники готовы. Давайте потихонечку будем уже вот сюда выдвигаться. Тут никого нет. О-о-о! Просто на халяву, ребят, сейчас захватим. Да, мы уже захватили. Нам пишут, власть захвачена. Так, давай-ка, крестьяшки. Вот, древесинка пошла. Древесинка пошла? Пошла. Так, а я, ребят, дальше сюда вот пройду. Опять эти сперматозоиды здесь. И зомби. Так, сила 130. А у меня сколько, если мы возьмем всех своих ботанов? Сила 100. Маловато, маловато. Для этого нам понадобятся еще вот эти вот ребята. А теперь сколько? 160. Ну что же, вперед, наверное, попробуем наказать их. Отлично. Так, 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 разбираем, разбираем потихоньку. Нормуль. Ух, да мы их вообще порвали, как сосунков. Хе-хе. Щеглы. О, ребята, вот здесь вот, вот здесь золотишко. Вот золотишко нам нужно. Так, хорошо. Здесь добыча идет. Так, крестьянин стоит 150 еды. Раз, два, три, четыре. Молодец я какой, елки-палки. Взял и еще поставил на дерево. У нас же вот здесь добывается. Ай... Ладно, пойдемте тогда за пищей. Пойдемте за пищей. Также не забываем, ребята, здесь ставить забор. Обязательно, иначе эти говнюки к нам придут и быстренько нас тут могут распинать. Так, сила монстров 100. Но у нас 200 сила, так что мы их здесь должны победить. Ух, вообще на изи. Давай, 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 давай. Мечники пока там по воде идут, как обосравшиеся. Ну... Все, ребята, вот и фортпост наш. Тут как раз и дерево, и еда. Так, слушайте, вот эти мне не нравятся. Это у нас кто? Бандиты.
Бандюганы, значит, да? С бандюганами тоже должен быть разговор у нас тут короткий. 160, стоит, не стоит. Слушайте, если мы сейчас их не атакуем, боюсь, что в дальнейшем они нас будут атаковать. Поехали, попробуем, ребят. Так, все пока под контролем. Я вот сюда башню даже поставлю одну. Ай, как хорошо, ребят, смотрите. Ай, у меня лучники-то улучшаются. Замечательно просто. Вот это я понимаю, ребят. Ух, изейший. Теперь этот круг ваш. Еще был не мой. Давай, крестьяшки, работайте. Так, смотрите, здесь знак вопроса. А почему? Почему здесь? А, видимо, вот только отсюда можно пройти. Понятно. Ага, а здесь у нас варвары. Сила 120 у них. Но у меня-то, елки-палки, 330. Поэтому разносим их в хлопья. Давай, ребята, ну. Отлично. Так, не даем шанса никому здесь вообще. Чего ты там своей палочкой махаешь? Так, мы вроде бы как бы терпим поражение, да, или мне кажется? Опачки, смотрите, ребята. Ого, я все понял. Я все прекрасно понял. Враг идет. Так, а сколько я взял врагов? Трех? Ну-ка, давайте-ка нафиг вот здесь вот так вот сделаем защиту от греха подальше. И поставим сюда вот так вот вышку ядовитую. Ну-ка, что у нас тут в этом? Гриб. Подожди, зомби? В грибе был зомби? Что-то новенькое. Хорошо, отлично. Так, карта у нас здесь. Отличненько. Вот этот вот мне не нравится здесь. Как-то он не вписывается. Ну, остальное, в принципе, все хорошо. Так, еда у нас нормуль. Дерево нормуль. Вот золотишко. Золотишко у нас, конечно, не идет. Смотри-ка, этот хмырь, мятежники. У них тут 362 силы. Нам нужно, ребят, с вами... А что нам нужно? Нам нужно поставить с вами банк. Это обязательно, ребят. Как же мы без банка с вами, а? Хорошо, банк у нас вроде бы как есть. Плюс 4 дает. Он должен быть один в кругу. Что там делает у нас этот банк? Я уже забыл. Так, здоровье 300, броня 4. Производит золото. В круге может быть только один банк. Угу. Производит золото. Золото нам как раз и нужно, ребят. Поэтому ставим в каждый круг по банку. Погоди-ка. Ага, вот, все нормуль. Так, здесь мы еще с вами поставим, знаете что? Башни. Нет, мы лучше сделаем вот с вами лагерь. Да, я думаю, что лагерь лучше вот здесь влепить. И кого мы можем здесь нанимать? О, вампир. Его нельзя исцелить. Так, взрывной гриб, ядовитый гриб и гриб исцеления. При уничтожении исцеляет всех дружественных существ в округе. Неплохо. Так, морозный призрак. Когда уничтожается, замораживает находящихся рядом врагов. Хорошо. Давай. Я думаю, пригодится нам. Так же, как и... Блин, целитель только один. Ну что, пора наказывать. Смотрите, он растет, блин, прям на дрожжах. Давай. Наказываем. Зомби там у меня побежал вперед, даже не успел дойти. Как отгреб сразу же по полной программе. Да ну нафиг, еще скажите, что я здесь проиграю. А я могу проиграть, ребят. Дай-ка мне вот эту вот огненную вышку поставить. Ах, красота какая. Все там у них горит, к ядре, не фени. Во-во-во-во-во. Ну, крестьяне сматываются. Ну давай. Наши нет. Ну-ка заходим. Что такое? А, вышка тут еще. Все, ребята, это наша территория. Мы здесь хозяева. Так, давайте-ка мы с вами сделаем конников. Конников мы сделали. Теперь крестьяшек. Отлично, банк, не забываем про банк. Все, смотрим, что здесь у них. Ха, мятежники заработали. Давай сносить их здесь, пока не разрослись к ядре, не фени. Я что-то не понял, ребят.
Куда, куда, куда ты побежал? Куда ты, родной, бежишь, а? Совсем, что ли, рамсули попутал? Так, я не понял. Мечники? Совсем припухли, я смотрю. Так, давайте крестьянинов. Быстренько уничтожать их, чтобы они тут ресурсы не ныкали. Ну, ё-моё, давай зайдем тогда туда, что ли. Так, тихо, подожди. Отлично. Давай. Убегает, убегает, гаденыш. Ты посмотри, а. Да ладно, блин, мечник вырубил моего конника. Да что за фигня-то? Так, ну этого-то хотя бы... Блин, ты посмотри, что они делают, а, ребят, отступают. Так, ладно, мы здесь, ребят, с вами обосновались. Естественно, у меня здесь будут мои крестьяшки работать. Так, вот это вот сила империи. О, кстати, вот и золотишко, ребята. Вот золотишко нам здесь как раз и пригодится. Что, что тут за возня? О! Кто это у нас такой? Послушник, да? Ученик, постигающий темное искусство. Поднимает зомби из убитых им существ. Подожди, что-то где-то... Суета какая-то. Где драка? Я слышу шум мечей, но не вижу пока никого. Хм, показалось, наверное. Так, что же нам нужно, ребята? Нам нужно с вами вот... Давайте еще вот эту вот лавочку поставим. Посмотрим, что у нас здесь. О, дополнительная жизнь. Так, и что она делает? Я не понял, что она делает. Так, атакуйте, чтобы забрать. Дает шанс воскреснуть после смерти. Даже так? Хорошо. Ребят, нужно 5000 дерева мне и 5000 золота. Ну, если с деревом еще как-то идет дело, то с золотом вообще никак, ребят. А это говорит о чем? Что нам нужно... Мятежники, сколько сила? 1105. О-о-о-о-о-о-о. Это уже опасно, ребята. 1105. Так, я могу вампиров заказать себе? Нет. А что для них нужно? Не знаю, ребята. Ничего такого страшного не нужно. Так, эти крестьяне у меня здесь все уже подчикали. Поэтому их нужно отправлять. Давай здесь. Пускай здесь работают. Бегите, орлы. А здесь я как раз вам тыковок поставлю. Пускай растут. Так, здесь вот идет сбор. Слушайте, я не знаю, но как-то вот этих вот упырей... Да смотри, они прям растут на глазах, ребят. Ой-ой-ой. Как бы они на меня войной не пошли. Дайте-ка я здесь тоже защиту сделаю. О, мы можем вот этих вот пока наказать. Да-да-да, тут золотишко как раз есть. А оно нам как раз нужно. Есть. Забегаем. Лучник, ты на кого там лук свой поднял? Я не понял. Тихо, подожди, подожди. О, ты посмотри, что происходит, ребят. Где мои, блин, башни? Где мои башни? Огненные. Так, я могу, по-моему, я мог жабу, ребят, поставить. Да. Давай посмотрим, что это за жаба, что она делает. Она охренительные дела делает. Правда, я не видел, какие. Слушай, ну они мне разнесли тут, гады, все. Так. О-о-о-о-о-о. На кого-то они, видимо, тут залупнулись, да? Смотрите-ка. Сколько у них? 800. Так, ребят, по-моему, пора теперь мне наказывать этих говнюков. Да? Ядрить, что делает жаба, вы видели только что? Она просто гасит всех ядовитым плевком. Опупеть, красава жаба, красава, ничего не могу сказать. Так, а вот этих вот крестьянинов нужно... Так, рыцарь бежит, рыцарь бежит. Сейчас мы его загасим. Все, мы его порвали, по-моему, да? Или не порвали? Вон он, что-то выделывается еще. Так, кто тут у нас? Вышку мы снесли. И эта территория уже наша. Нет, пока еще не наша. Сейчас будет наша, ребята. Сейчас, секундочку. Ну что же, мои крестьяшки готовы здесь поработать. Во славу. Так, подожди-ка, мне здесь нужно что? Во-первых, ставим банк. Во-вторых, мы сразу... Да, мне нужен целитель, почему бы и нет. Также я возьму еще пару конников. И поставим мы здесь... А нет, давайте-ка мы с вами, наверное, изучим, знаете что?
Ну, острые мечи. Ох, смотрите-ка, у меня лучники получили, по-моему, третью категорию, ребят. Офигеть, вот это лукари. Хм. Так вот, значит, мы с вами делаем что? Меткая стрельба, конечно же, ребят. Конечно же, меткую стрельбу, потому что у меня здесь большинство лучников. Ну, есть, конечно, еще маги. Но для магов я здесь не вижу. Не вижу, чтобы можно было улучшать именно магов. Вот броня стрелков. Давай тоже улучшим. Оу, до третьего уровня. Так, ну ближники стопудово когда-нибудь рано или поздно должны у нас появиться ведь, так? Я вот не знаю, что это еще за королева пустоты. Мы еще с вами не проюзали, не посмотрели ее. Но вот этих вот орлов, я думаю, нам пора здесь. Оу, здесь одни крестьяне, ребят. Просто... И смотри, 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 что делают. Смотри, что делают. Они все сматываются. Так, целитель, ты не попел, где? Так, разнесли. Ух ты, а это что такое? Что вот это такое? А, пустынный жук. Хе-хе. Так, мы здесь захватили. Давай быстренько развиваться. Так, это у нас пока есть, все стоит. Блин, банк не могу поставить, почему? Чего не хватает у меня? А, понял. Все. Ну что, я думаю, пора, ребята, пора их давить. Пора давить их. Давай, 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 давай. Блин, тут у нас мечники, да? Жаба, давай, гаси. Ай, как хорошо, ай, как хорошо-то. Ну, а теперь и крестьяшек пора завалить. Давай, давай, всех, всех тут валим. Так, я смотрю, этот у нас некромант тут уже зомбарей себе понаделал. Ну, в принципе, это хорошо. Куда, куда, куда бежите? Так, а это что такое? Ладно. Так, все, в принципе, да? Давайте-ка вот это, наверное, мы уничтожим. Что-то ведь еще осталось. Смотрите, я не могу захватить, ребят. Почему? Где мятежник? Кто-нибудь видит его? Что-то я не понял. Смотрите, мятежник, сила 1. А где он? Неужели который вот сюда перебежал, а? Давайте-ка проверим. Подожди, где-то резня идет. Так, здесь мы уничтожим все. Так, здесь захватили. Не могу понять, как вот здесь-то умудрился мятежник какой-то убежать. Фу, странно. Вот это мы захватили, это понятно. Сейчас мои ребята здесь начнут работать. Банк сразу же поставим. Кстати, здесь тоже нужно вот так вот понатыкать. Понатыкал называется. Нужен склад. А, склад. Это же территория пока еще не наша. Давайте тогда вот сюда, наверное, прогуляемся. Здесь у нас бандиты. А золото мне обязательно нужно, ребята. Нападение? Это кто умудрился? Оу! Ты посмотри! Ты посмотри, что здесь происходит! Эй! Орлы! Вы тут не прихренели ли, а? Давай, целители, целители! Черт, жаба! Вся надежда на жабу, ребята! Ты посмотри, они тут что делают, а? Совсем разошлись. Голодранцы, блин. Фу, ребят, я вовремя, вовремя успел, услышал. Отстоял, как говорится, честь своей территории. Где-то еще стреляют? Или нет? Или мне показалось? Слушайте, по-моему, банк как-то улучшился, или мне кажется. Как-то здесь все это улучшается. Так... По-моему, еще вот это не улучшилось у нас, нет? Нет, это, по-моему, так и осталось. Так, а здесь-то, здесь-то почему? Ах, наверное, вырезали здесь моих крестьяшек. Эти упыри. Что опять? Где нападение? Опа, опа, где моя армия? Блин, где моя армия? Да ёпарасоте. Блин, я не вижу, ребята. Вот она. Ты посмотри, что они творят, а. Они просто бесчинствуют. Ну, гады, ну вы напросились. Вы просто напросились, сосунки. Это будет территория моя. Как пить дать, вам говорю. Сейчас, 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 сейчас мы тут разберемся с вами со всеми. Вот так вот, делов, как говорится, на копейку. Захватчики, говорите, да? Ну что ж, захватчики. Пора делиться.
захваченным, как говорится, добром. Просто издеваемся над ними. Ну, давай. Отлично. Так, это территория наша, ребята. Так, я не понял, кто там еще, кто-то выделывает, смотри. В атаку он там орет, да? Так, делаем с вами, значит, вот так вот, по-мудрому. Ну, что теперь ты на это скажешь? Замечательно. Так, сила. Этих захватчиков, ребят, тоже надо уничтожать. Все, им ханашечки. Так, жабу сейчас. Блин, я не могу, ребята. Так, почему у меня здесь никто не работает? Эй, крестяшки, ну-ка давай, быстро, быстро, быстро приступаем за работу. Так, банк, банк не могу пока поставить. Все, здесь разнесли, отлично. Следующих вот этих вот будем бомбить. Уничтожаем тут все. Это откуда нищеброд вылез, я не могу понять, вот это вот. Так, нападение, где опять нападение? Да чтоб их, а? Давай вот так вот сделаем. И забор. Вроде бы как. Вот здесь все-таки непонятно, ребят, почему я не могу захватить до конца. Хм. Ах, вот оно что. Банк здесь, оказывается, был вражеский. Ну? Нет, что-то не то. Что-то здесь не то. Все равно не захватывается. Хм, а почему? Так, хорошо, давайте мы вот сюда, наверное, своих ребят переместим. А вот этих вот крестьянинов, которые здесь у меня просто так стоят, вот сюда, на золотые прииски. Пускай добывают золото. Блин, я когда-нибудь смогу себе сделать... Королеву, блин, пустоты. Что нужно? Так, 5000 золота. Ага, совсем немножко осталось, ребята. И она у нас появится. Посмотрим. Так, крестяшки, вы чё? А, здесь и здесь у меня тоже золото, оказывается. А ну-ка. Все за работу. Какие-то достижения там получаем с вами. Одно за другим. Так. Какой-то экономист мы получили. О, ребята, а вот теперь смотрим, что это за королева. Ядрить тебе на корень. Что ж ты делаешь-то, моя королева, а? Пора посмотреть, наверное. Так, 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 что она делает? Не вижу пока. Не успеваю, ребята. Ах, вот она что, она делает вот этих вот пустынных жуков. Плодит. Хо-хоу. Вот это шик. Смотрите, она просто бежит, сломя голову, и начинает, смотрите, уничтожает, и сразу же делаются пустынные жуки. Вот это армию я тут могу сделать такими темпами, ребята. Вот это круть. Давай так. Давай сюда. Так, что нам нужно? Нам нужно, ребята, банки, банки ставить. Не те банки, которые на спину идут. А банки в плане банк. Ну что, ребятушки, не ждали меня бандиты, а? А я пришел. Я пришел, да. Вот он я. Красота. Красотища просто, ребят. Так, здесь, по ходу дела, никого нету. Но у нас, ребят, не забывайте, карта просто здесь будет огромная. Так. Тут еще захватывать и захватывать нам. Давайте, пошли сюда. Культ у нас здесь уже начался. Куда побежали, эй, говноеды? Вернулись ко мне, блин. Ну-ка нафиг. Никакого здесь культа и быть не может, да, ребят? О, у меня волшебники теперь могут быть. Одного только и поставил. Фига у него цена, 3000 золота, ребят, у этого волшебника. Неужели ты такой крутой, дядя волшебник, а? Отлично. Да, кстати, вот эти, ребята, пустынные жуки, они на время даются, потому что потом они погибают, наверное. Хотя вот сзади идет армада этих жуков. А что если я, например, вот этих вот жуков выпущу? Посмотрим, как они, например, могут подраться. Ну-ка, жучки,
Справитесь? Не, ну в принципе с крестьянами-то они должны тут просто их в щепки разорвать. Ну, заходите, заходите. Да чтоб тебя. А, они смылись, ребята. Они смылись, к сожалению. А, ладно. Хорошо. Давайте тренироваться вот на этом манекене. Так, крестьяне, ага, дерево не успевает вырасти, как они его сразу же просто разбирают в хлам. Так, ладно, тогда мы вот сюда, наверное, с вами зайдем. Так, давай-ка, давай-ка, давай-ка уничтожать это все. Все абсолютно здесь подчикаем. Так, отлично. И вот этих вот захватчиков тоже надо уничтожать. Ну, согласитесь, ребята, играем на изи просто-напросто. Тут жрачки просто море. Вот единственное, что здесь очень мало крестьянин. Надо побольше понатыкать. Вот так. Кто там, что там, я не могу понять. Что вы делаете, кто-то? Кто там что-то балует? Я не могу врубиться никак. Откуда стрельба идет? Хе-хе, мы их просто, ребята, притесняем. Смотрите. Так, я ничего не сосал. А кто? Кто... Какой-то нищеброд здесь оказался. Еще где-то. Ой-ой-ой-ой, как тут просто все шикарно. Эй, ребята, давайте-ка вот этот сундук посмотрим. О, нам вампир достался. На халяву, ребят, на халяву нам достался вампир. А здесь? Ага, я понял. Шарик летает. Ха-ха. Мы эту территорию тоже с вами заберем к себе. Да где нападение-то, не могу понять. Я что-то не понял. О! Сколько? 7300! Ребята, это машина для истребления. Вам так не кажется? Так, черт, что же нам делать-то? Что же нам делать-то, а? Ой, я даже не знаю, ребят. Я в замешательстве, ядрёна вошь. Блин. 7300, нифига там армии. Опупеть можно. Хорошо, а если мы вот так вот сделаем? Раз, два. Две королевы пустоты плюс жабы. Сколько у нас армии становится? 16320, ребята. Не хотите? Ну иди сюда, змей вонючий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это что тут происходит? Ты посмотри, ребят. Ютрёна вож. Так, я не могу понять, мы дракона этого уничтожили или нет. Ты посмотри, сколько там этих упырей. Давай, 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 строчить, строчить по этим говнюкам, по всем. Травим, травим их. По-моему, ребята, они мне всю армию мою забамбахали. Так, у него силы 1620 еще. Так, ладно. Хорошо. Давай-ка мы тогда, знаешь, что с тобой сделаем? Оу, я улучшил. Так. Вот так вот сделаем. Посмотрим, как они будут тут выделываться. Да отойдите вы, пожалуйста, хилы. По идее, эти варвары должны быть нищебродами. Ну-ну-ну, жарим, жарим, жарим по ним. Пускай горят. Я еще сюда, ребята, заморозочку поставлю. Чтобы им было вообще просто приятненько. Ай, красота какая. Но меня больше расстраивает, знаете, что? Что у меня армии никакой не осталось. Вообще никакой, ребят. Просто в хлам всех разнесли. Ладно, эту я фигню все равно захвачу. Чего бы мне то не стоило. Давай-давай-давай-ка вот этих вот говнюков расколбасим. Ну что? А? Выкусили свое, ребята? Это будет моим владением. Отлично. Заходим, ребята, как к себе домой. Естественно, крестьяне. Сразу же за работу приступаем. Огородимся. Так, что? Где?
Вот это мне не нравится. Вот это мне очень не нравится. Как они здесь вообще оказались, я не понимаю. Будем их также жарить, как обычно. Справимся. Какие-то крепковатые, но тем не менее все равно они горят довольно неплохо. Нам, ребята, нужно прокачиваться. Обязательно прокачиваться. Все вышки уничтожили, гады, а. Ну, вот так-то, я думаю, будет лучше. Ну, давай, 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 давай. Есть. По-моему, наши нет. А ну-ка, заходим. Да что там еще осталось-то у них? А, банк, по-моему, да, стоит? Yeah. Так, здесь что? Здесь вроде бы тихо. Где-то я слышу стрельбу, ребят. Кто-то где-то воюет. Это что, я не понял, моих крестьянинов, что ли, тут валят? Так, я не понял. Что за дела-то? Вот так вот нафиг. Давай, 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 ребята, расколбашиваем их тут всех. По периметру. По периметру, хотел сказать, будет много умнее этих, ага. Да нафиг они достали же, пошел я на них, ребят. Своей армадой. Что за фигня-то, не могу понять. Кто столько наплодил этих зомбарей здесь? Я не врубился. Эй! Из моей армии одни... Кто это сделал? Чё-то не пойму нифига. Вот честно говорю, я не могу понять, кто сделал из них столько зомбарей. И смотрите, идет и идет. Прет и прет это. Зомби-слейер достижение. Блин, моим крестьянам не дают здесь работать. Ах, вот оно что. Это из моих крестьянинов, по ходу дела, да, сделали зомбарей. Вон он, этот чмошник. Так, ладно. Попробуем вот так вот. Нет, они сейчас разнесут тут все в хлам. Блин. Где моя армия? Так, здесь у меня никто ничем не занимается. Сюда тогда их перемещаем. Неужели мы всех своих ребят потеряли, а? Да ну, как-то больно быстро, мне кажется. Почему никто ничем не занимается, а? Опять где-то стрельба. Как же им нужна эта территория, ребята? Посмотрите. Они просто готовы тут все снести мне. Вампиры. Вампиры, вампиры. Да какое, блин, я говорю, вампиры. Да твою дивизию. Вот, вампиры мне нужны. Так, вампиры есть. Давайте теперь целители. Целители не могут лечить вампиров, как мы помним. И это плохо. Но зато мы можем, наверное, здесь с вами уничтожить и захватить эту территорию. Да куда там опять нападение? Где? Что? Так, понятно, ребята. Надо расстраивать здесь вышки, которые тут же у нас разлетятся, да? Так, хорошо. Моя армия хоть и небольшая, но 1120 мощей. Вот сюда мы с вами зарулим, я думаю. Так. Естественно, их будем уничтожать здесь. Как они, гады, делают. Не щадят никого. Так же и мы будем с вами. Щадить никого не будем. Просто полное истребление. Что? Ты смотри, какой у них этот варвар, ребята, раскачанный. Которого хрен пробить. Ты представляешь? Он просто один справляется с моей армией.
Вот это да, ребята. Вот это опупеть. Других слов просто нету, ребята. Это вообще жесть была. Так, посмотрим. Здесь мне нужны лучники. Да что ж ты будешь делать, а? Блин, мне этот чувак раздражает, если честно. Как его там звать? Послушник, вражеский, к тому же. Вражеский послушник. Мне бы, если честно, ребята, королев пустот здесь побольше наделать. И было бы весело бы. Но не получается у меня этого. Оу! Нет, это не моя армия. Вот моя армия. Так, 1693. Блин, он растет, ребята. Он растет здесь. Так, что если мы вот так вот с вами сделаем? Да почему у меня так мало ресурсов-то? Я не понимаю. Очень мало ресурсов. Чего мы с вами не добываем? Еды? Ну ладно, с едой мы так сделаем. У нас нехватка золота. Причем обалденная нехватка, ребят. Так, здесь я вот так попробую отгородиться. И вот так. Вот так вот. Чтобы на нас никто не лез. Так, погоди-ка, вот здесь тоже надо отгородиться. Опа, это кто? А, это наши, это мои, ребята. Это мои. Мы тут, как говорится, за свои владения боремся. Вот так вот. Отлично. Банк. Обязательно банк. В каждом круге надо делать, ребята, банк. Он приносит нам золото. Так, вот здесь вот нету банка. Что там за суета? Где кто стреляет? Я не могу понять никак. Так, опять где-то нападение. Где? Ага, вот здесь вот, значит, пруд. Ну-ка, давай-ка мы вот здесь вот так вот побольше башен поставим. И замораживающие еще. Так, и отравляющие. Вот так вот будет, наверное, самое то. Так, тут у нас все еще... Ага. Тут моя жаба стоит. Тут моя армия маленькая. Да удаленькая. Слушайте, вот культ, я смотрю, это самое жесткое, что здесь было и есть. Так. Там горит, даже ничего сделать не может. Ха-ха. Смотри. Сдох этот супер-варвар, блин. Прикольно. Вообще ничего не могу сделать, смотрите. Просто дохнут на месте, отлично. Так, а это кто еще? А, нет, ребята, это нормально. Это они на своей территории. Ну а мы ее должны, ребят, к себе прибрать. По-моему, не получится. Давай сматываемся. Королева пустоты нам в помощь. Смотрите, потихоньку наведываются к себе, смотрят здесь, как у них тут все. Хорошо, мы с вами тогда, прежде чем нападать, сделаем вот так вот. Башен понаставим, так, замораживающих. Ага, только одну. Так, секунду, мы с вами можем, что нам нужно? По-моему, это все у нас по максимуму, да, раскачано? Броня стрелков, все это по максимуму. Так, ладно. Мы можем только щит. Вот, дает парасоте. И меч улучшить, да? Так, что у нас тут? Тут пока все хорошо. Надо вот здесь, ребята, тоже башен понатыкать. Ты посмотри, что они делают, а? Они уже прут на мою территорию, ребят. Они уже прут просто в наглую.
Е-е-е, давай, королева пустоты. Вот это ты молодец, вот это ты хорошо сделала. Давай-ка вот здесь мы еще с тобой повеселимся. Превращай там как можно больше в этих, в своих жуков. Ха-ха-ха. Ну что, сразу побежали куда-то там в кусты, а, олухи? Отлично, ребята. Королева пустоты, конечно, рулит. Тут даже ничего сказать нельзя против. Так. Крестьяне, давайте золото. Добываем. Погоди. Я хотел банк поставить. Банк. Да почему ты переключаешься-то автоматически? Ё-моё. Что тут происходит? Тут постоянная какая-то баталия у нас. Причем такая довольно жесткая. Так, а что если я сюда еще, например, лучиков понакуплю? Да кто там уничтожает-то все это дело? Причем довольно быстро. Ах, там маг стоял, значит, да? Понятно. Ой, блин. Жестко-то как. Так, ну что, моя орда. Давай сюда, выдвигаемся. Будем вот этих вот, наверное, захватчиков сами. Подожди-ка, здесь у нас что? Что это такое? Смертоносное дерево? Ладно, хорошо, пускай будет так. Крестяшек. Ух, замечательно. Куда у меня жаба-то побежала? Эй, жабаненок. Иди вон там помогай. Визард Варфонсил. Мне нужны вышки. Мы вот за счет этих вышек, ребята, мы просто их постоянно гасим и не даем им здесь развиваться. Это очень хорошо, обалденно просто. Причем они бомбят что здесь, что здесь. Отлично. Мои ребята в это время как раз собирают золотишко спокойно. Никто их не трогает. Блин, королева пустоты, сколько нужно? Так, 5000 дерева. Ну, с деревом у нас нормуль. Нам не хватает золота. 5000, блин, это дофига. 5000 золота, это много. Так. Вот так мы с вами сделаем. Ах ты. Ребят, смотрите, пустынные жуки напали сюда. Сами причем, без моего ведома. И начали гасить. А тут-то еще сколько? Ёлки-палки, расплодилось. Где опять нападение? Так, я не понял, что там за нищеброды стреляют еще? Вот, давай так вот их всех тут загасим. Так, хорошо. Это не мои? Нет, это не мои. Да как же вы достали, а? Ну-ка, маг, разберись-ка с ними. Нет, он один здесь нафиг ничего не сделает, по-моему. Хотя, если мы, ребята, сделаем, знаете что? Пару башен. То вполне, наверное, затащит. Оградимся. Вот так вот. Ну и... Вот так вот. Все. Пока вроде бы тишина. Ну-ка посмотрим по карте, ребят, что у нас тут. Грубо говоря, мы деремся вот за этот вот клочок. Вся мощь и сила сформирована именно вот здесь. Но перед этим нам нужно еще кое-что захватить. Вот это, например, с какого перепуга здесь делает, а? Ну-ка, крестьяне, давайте сюда заходите. Тут территория уже ничья, тут никого нету. Просто захватываем и все. Банк сюда поставим. Замечательно. Так, эти у меня тоже здесь просто так стоят, ничего не добывают. Поэтому надо вот сюда их гнать. Там, где есть у нас, ребята, ресурсы, там они и должны присутствовать.
Так, банка здесь нету почему-то. Где еще банка нету? Вот здесь. Так, королева пустоты, почему ты у меня здесь стоишь? Неприкаянная, ты должна у меня быть где? А где она у меня должна быть-то, ё-моё? Вот сюда иди. Так, здесь, кстати, тоже наша территория, да? Поэтому мы можем здесь плодиться. И банк. Во. Проходим. Проходим сюда. У нас силы 5000, ребята. 5000, обалдеть. Так что это у нас дополнительная жизнь. Так, что здесь мы можем с вами... Ага, понял. Вампиры. Вот так. И вот этих вот ребят. Некромантер пакт. Так, королева, давай, иди сюда. Ну-ка, вот если я всех сейчас выделю, сколько у меня? 11 тысяч, ребята, мощей. 11 тысяч мощей. Интересно, хватит мне, чтобы завалить здесь всех или нет? Неизвестно пока. Так, надо вот здесь, вот, наверное, ребята, сделать разведочку. Так, разведочка. Ай, как хорошо. Ха-ха-ха. Нормуль. Так, вот здесь мне тоже не нравится. Этого флага фиолетового вообще не должно быть здесь, ребят. Понимаете? По натуре. Что-то крестьяне такие вялые уже, знаете, как будто замученные жизнью, не хотят работать, ничего вообще не хотят делать. Ух, сосунище. Конкретные, ребят. Так, теперь вот здесь сделаем зачистку. А, ребят, когда я брал хард, ну, самый сложный уровень, ну, не самый сложный, а который здесь есть, это просто жесть. Они тут объединяются все, и против тебя начинается такой обвал. Вам просто такой и не снился. Поэтому я и взял уровень сложности нормальный, хотя бы на нем попробовать поиграть. Так, 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 давай, 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 давай. Пустота моя, что ты там не справляешься никак, а? Давай, давай, уничтожаем здесь всех. О, я еще могу, ну, ребят, сделать. Так, хорошо. Ай, как им не нравится, бедняжкам. Сколько у меня сейчас мощей? Так, 11 тысяч, ну почти 12, ребят. Что они там пыхтят, я не могу понять, а? Совсем, блин, припухли. Смотри, сразу же сматываются. Ну, я делить не буду, ребята, армию свою, потому что нафиг, нафиг надо. Будем, как говорится, всей кучей идти. Всей кучей уничтожать их. Это у нас кто там? Дарий. Друид, который может вот вызывать именно вот этих вот существ. Ай-яй-яй. Так, ну что, давай сюда теперь спустимся вниз. Так, погоди, погоди, погоди. Это откуда еще явились? Ребята, не запылились. Тут такой набег идет, а? А ну-ка, давай дальше бомбить. Так, я что-то не помню, почему... А, это же территория еще не моя, ребят. А почему она не моя, я не могу понять. Хм. А, все, моя теперь. Она уже моя. Так, идем сюда. Вон они, лопухи. Бегают. Так, надо здесь добить все.
чтобы эта территория была уже наша. Отлично. Так, а если мы сюда с вами перейдем? Ну, я думаю, что все, тут их не денечки сочтены. Если смотреть, как мы их тут разбираем. То тут просто ни о чем вообще. Так. Готово. Разносим все. Блин, надо посмотреть по карте, сколько тут еще. Ну, это, в принципе, последний, ребят. Последнее сопротивление. Так что сейчас быстренько с ними справляемся. И думаю, что уровень будет пройден. Ну, анчивок я получал достижение, обалдеть. Так, 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 так. Никого не упускаем. Все, зажали этих гадов. По-моему, ребята, тут никого не осталось живых. Хотя вот это вот меня до сих пор... Подожди-ка, что такое? Я не понимаю, почему, ребят, мы вот здесь вот с вами не можем захватить. В чем проблема? Ах, смотри-ка, здесь еще кто-то у нас. Как-то остались в живых. Как они тут умудрились? Еще и развиваются потихонечку себе. Нет, этому не бывать. Никакого развития. Так, здесь у нас все... Нет, не все, ребята, не все. Алтарь опыта. Откуда алтарь этот взялся у меня еще? Алтарь опыта. Ох, как мне повезло, ребята, да? В дрибоданище всех. Просто всех. Жаб, ты будешь по ним бомбить или нет? Да, захватили эту территорию. Обалдеть, посмотри, у меня какие уже лучники. В какой броне, офигеть можно. Ха-ха. Так, здесь захвачено, а вот этих вот еще почему-то не забомбили. Непонятно мне по какой, блин, причине. Ну-ка, давай-ка вот так вот зайдем сюда и будем их бомбить уже. Ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй. Как им нехорошо. Что ты там, кого ты там хилишь, а? Думает, ему это поможет. Так, зайдем-ка мы сюда лучше. Да, вот так вот оно будет поэффективнее. И варвары мои тоже пускай сюда зайдут повеселяться. Так, ну что, у нас осталась, ребят, только одна. Одна, по-моему, фигня. Это вот это вот, непонятно мне, как ее захватить. Может быть, то, что здесь вот этот тут склад вражеский. Сейчас попробуем его уничтожить. И надеюсь, эта карта будет пройдена. Давай, 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 беги, охламоны, беги. Да, по-моему, из-за этого склада, ребята. Да нет, склад уничтожили и... В чем проблема-то, не могу понять. Что за баг, лаг, я не знаю, как это назвать. Очень интересно. Я не могу здесь ничего построить, вы представляете, ребят? Не могу. Хотя территория моя, по идее. Странно. По-моему, ребята, действительно, это баг. Игровой. Смотрите, все, все абсолютно мое. Кроме вот этого вот. И здесь я, как говорится, не могу ничего сделать. Ну-ка, крестьяне, может быть, ты сможешь здесь что-нибудь сделать? Странно, конечно, это все дело. У меня новые рецепты. Фига они там развиваются. Нет, ребята, нифига. Не получается пройти, потому что это баг. И видите,
Территория моя, а почему-то она не захватывается. И вроде бы все здесь нормуль. Все сделано. А если я, например, сохранюсь, предположим, перезайду. Сейчас, ребята, посмотрим, изменится чем-то или нет. Так, ребята, загрузился и, по-моему, мятежники. Улучшить написано, смотрите. Что улучшить? Оу, да неужели? Есть, ребята. Видно, глюканула игра. Так, получено достижение, получено достижение. Фига, ребят, смотрите, гоблин крушила. Победа, счет 20271, рекорд это мой. Ха. Ранг 28, фига себе. Так, продолжить. Я, короче, должен вот эту казну полностью забить. Всю. Открыто. Виона, королева воды, вместо топорометателей и целителей призывает русалок-жриц и русалок-копейщиц. В болотах и озерах получает больше рыбы. Каждый востребованный круг воды дает плюс 10 рыбы и одна золотая рыбка. Характер компьютера игрока экстрим. На карте будет множество сильных врагов, и все ваши противники получат прибавку к ресурсам. Оу, да. Оу, да. Ха-ха-ха. Ребята, экстрим. Я на сложном-то пробовал, меня валят на экстриме, я вообще не знаю, что будет. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этом будем завершать с вами этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи!